кухню Суджоу. Кто это? What is this man? Да. What is this man? What is this? Что это? Wow. Начинаем. Это пельмени. Это китайские пельмени. Я бы назвал это бульмени. Да, внутри бульон. И сейчас мы это все попробуем. Так, это наверняка очень остро. Ну, невероятно вкусно. Хватит. Мы надеемся. Так. Так, окей. Момент истины. Подожди, братан, ты не торопись без меня. Не, ну как так? Без меня. И? Готов. Чин-чин. Бульончик да вкусный, а? Good. Он good. С этим, с креветкой. Это реально вкусно. Да. Кроме этого, да? Это. Ну что, понеслась? Да, тоже с бульона. It's very good. День начался очень хорошо. Very good. Итак, второе блюдо. Да. Это рисовые шарики с пастой из красной фасоли. Пробуем. Let's go, magic. Да ну. Это моя любимая каша. Любимое блюдо. Для тех, кто не любит слишком сладко, это очень хорошо. Мы не едим сладкое, но Китай сладкое, умеренное сладкое. Хорошо. Очень хорошо. Третье блюдо. Наше третье блюдо. Мы его назвали китайская окрошка. Мы нашли аналог окрошки. Это фасолевый суп. Но, что характерно, сюда добавляют мяту, чтобы освежало этот летний суп. Он холодный. Пробуем. С риском. Реально летнее блюдо. Это можно есть и нужно, особенно летом. Мята прям дает такой привкус. И мне кажется, что это нужно есть перед основной едой. Да. Но по чуть-чуть. Very good. Best. Can I eat? Very good. Very best eat. What is this? Что это? Интересно. Ти-ко-ми. Ти-ко-ми. Сейчас попробуем, да, ти-ко-ми это. Насколько это вкусно. Так, здесь рис и какая-то штучка. Это сладкое. Это сладкая кашка. Это с утра хорошо есть. Или под вечер. Для тех, кто на сушке. Рис и бобовые. Показываем, классно? Это нужно есть. Это можно есть. Number one.
лепешечки. Это должно быть вкусно. Они всегда вкусные. Это очень вкусно. Очень. С яйцом и зеленью. Отличная еда для качков. Так, пробуем второе блюдо. Это омлет с соевым соусом. Вообще огонь. Вообще number one. Обожаем омлет и соевый соус. Да еще жареный лучок. Итак, третье блюдо. Блюдо number three. Похоже на... На вид это просто молоко. Это и есть молоко. Сладкое соевое молоко. А зачем его есть ложками? Нужно им посоветовать давать это в чашках. Ну, как бы, чтобы просто пить. Чего? Ну, типа вот так. Ну, так, да, давай. Вот. На здоровье. Поехали. Вот это надо, пишу, ложки показывать через палец. Да ну. Передавай сюда, давай. Давай. И только русский богатырь может и спить с братом этой чаши. Крутяк был. Live on me. Live on me, please. Так, Сисе. Какой русский не любит макароны? Какой итальянец не любит пасту? Какой китаец не любит лапшу? Держи. Так, а что, мы с этим, да? Да. Так. Сейчас мы попробуем... Подожди. Я пока скажу, а мы попробуем сейчас замечательную лапшу, которую хвалят все. Подожди. Ну-ка. Вот так. Я не знаю, как это называется, но все это льют, поэтому мы тоже будем лить. Так, ну у нас там... Ну я начну с креветки. Давай, как креветка? Пробуем. Так, а что она такая? It's good. Очень хорошо. Ну, что, соус, конечно, делает свое, и нужно не жалеть. А у тебя? Ну-ка, давай. Это вкусно. Что нам сказать? China food, very best food. Very best food. You're welcome, man. I like Chinese food.